полностью и навсегда прекратить огонь на Донбассе с 1 сентября призвала Россию и подконтрольных ей боевиков Украина. Сегодня в Минске трехсторонняя контактная группа обсудила вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Украинская сторона подчеркнула, все дети Донецкой и Луганской областей имеют право на безопасность. Кроме того, Украина готова идти на компромиссы ради освобождения своих граждан, пленных боевиков и России. Киев также призвал представителей псевдореспублик прекратить саботировать работу пункта пропуска «Золотое», в котором крайне нуждаются жители Луганщины. Сегодня в Минске договорились о восстановлении полноценной работы одной из станций водоснабжения в Луганской области. Она сможет обеспечить водой около 400 тысяч жителей Донбасса. Речь идет о том, что страдают не только военные от этих обстрелов украинские, но в первую очередь гражданское население. И вот я хочу вам сказать, что в Луганской, например, области сейчас на линии соприкосновения находится 126 учебных учреждений. Это и дошкольное, и школьное учреждение. И, безусловно, просто необходимо подумать о безопасности детей. Мы настаиваем на том, чтобы режим прекращения огня действовал стабильно и чтобы никаких нарушений его не было.